Купила в этом году семена чабреца. Чабреца. Чабрец. Ползучий. Первый раз. Вот в специях я его покупала, а в семенах в прошлом году не нашла. Зато в этом году нашла и хочу попробовать сейчас посеять на рассаду. Не знаю, когда его сеять, написано, что в марте на семена. Ну, сейчас и посею. Боже, какие они мелкие, как пыль вообще, даже резкость не наводится, вот она. Обалдеть, они же мельче, чем мак. Ну, их нельзя заделывать в землю, их только сверху разложить. С ума сойти, какой он мелкий. Семена я раскидала по поверхности и хочу сейчас их, чтобы не засыпать, попробовать просто вот так из пульверизатора прижать, чтобы они как-то там в земле понадежней улеглись. Вот. И под пленку сейчас закрою, и пусть себе прорастает. Вот. Вот так, без заделывания. Грунт просто сверху посыпала, как будто посолила, и водичкой из пульверизатора прибила. Так, вот себе в тетрадку записала. 22 марта посеяла чабрец ползучий. И вот на подоконнике уже упаковала. Здесь вот под два слоя аж пакета. Просто пакет большой, клеенка. Будем ждать сходов нашего чабреца. Посмотрим. Там как-то говорят, люди чай даже пьют с чабрецом. Но я не знаю, я чай не пробовала. Я вот только в специях в суп добавляла. Вроде ничего такое.